Смотрите, вот недавно прошла информация о том, что швейцарские банки решили, значит, раскрыть информацию о денежных вкладах, которые не были востребованы и не было никаких движений по этим вкладам в течение 50 лет. Вы слышали это? Я сомневаюсь в том, что есть какой-нибудь вкладчик по фамилии Ахмеджанов, тем более, что эта фамилия не родовая, она связана с именем моего деда. Я сомневаюсь, что мог существовать такой вкладчик. Однако, я предполагаю, что может существовать вкладчик по имени там, Иванов, Кузнецов, Сидоров, Петров и так далее, в общем-то, в отношении которого можно было бы предположить, что он являлся 50 лет назад гражданином СССР. Речь идет о том, что деятельность швейцарского правительства, она, в принципе, направлена на защиту прав каких-то физических лиц. Однако в Российской Федерации существует так называемое выморочное право. То есть, в том случае, если покойный оставил какое-то имущество после себя, и нету наследников этого имущества, то правом на это имущество обладает государство. В принципе, сейчас возможна ситуация, при которой, в общем-то, правительство Российской Федерации проявит инициативу и заявит об этом самом выморочном праве. То есть, если 50 там, и так далее лет назад был какой-то россиянин, который скончался, который был гражданином, там, резидентом Российской Федерации, то вполне реально, что в отсутствии наследников право на эти деньги, на эти вклады возникает у самого государства.